Всем привет! И сегодня у нас вот такие вот 5 посылок с сайта AliExpress. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. А начинаем с вот такой вот маленькой. Срезаем. Так. Вот, уже точно. И... разрываем. И смотрим, что же здесь. Здесь у нас заколка. Видим. Такая вот заколочка. Для волос видим, можно. И здесь ее идет вот распаковка. С этой вот стороны. И распаковываем. Вот такая вот. Такая вот. Для волос заколка с ножницами здесь вот в золотом цвете выполнено. Ну, в таком вот пакетике ничего не. Ну и переходим к следующей. Следующая. Пусть с этим будет. И так вот сюда положим. И первую. Лучше. Вот. И там взорвали носки. Первые вот такие вот хаски. И во второй здесь пустое точно. Вторые. Носки. И вот такие вот носки. По паре в каждом. Ну, посмотрим на них сейчас. Видим. Ткань. Приятная на ощупь. Носки. Такие вот с этой вот стороны белые. Что-то вот с рисунком, что-то вот не тревожно. Ну, здесь ушел. Выполнили. С хорошей нашей ткани. Ну и следующие. Должны быть такие же, но только с таким рисунком. Здесь где? И вот такие вот. В точности с такой же ткани выполнены. В точности так же. С этой белой, с этой. С рисунком. Паски. Ну, и переходим уже к следующей. Ссылки. Следующая это... вот эту вот посылочку. Раскрываем ее. И здесь что-то внутри заматанные пленку. И это... да, заматанные, смысла нет. И такой вот картридер, похоже. Да. Вот сразу же видно. Здесь написано, здесь вот на вставке. Здесь вот тоже видно, что металлический, ну и похоже металлический, не металлический, пластиковый, но сразу же было видно, типа металлический. Далее самый обычный USB, самый обычный, ничего, в общем-то открывать не буду. Вот здесь вот для того, чтобы их вставлять. И вот здесь. Ну, такой вот тридер. Ну, и вот, наконец-то.
переходим к последней посылочке. Это такая вот большая. Скрываем где-то здесь. Две эти распаковки. Две запакованы. Вот. Еще одна. И это что? Вот такой вот. Что это? В интернете написано «Мостик здоровья». Честно, как им пользоваться даже и не. Что-то вот такое вот, наверное, оно. Что оно, для чего и как оно. Говорят, даже не представляю. Я тоже. Попросили заказать, потому что у нас ценник просто огромный. Ну, походу, это, если я так не ошибаюсь, походу, это должно как-то здесь вот так вот, вот так вот, наверное, вставляться. И вот это вот так вот. Спинку выравнивать, вот сюда вот спина у нас ложится, и то есть ставится на кресло, и вот тут вот что спиночку держать вот так вот, а тут вот спина идет у нас, чтобы ровно держать спину, то есть эта штука выгибается под разные размеры каждого. Вот на Алиэкспрессе она стоит что-то, по-моему, 190 гривен, у нас в Украине она стоит 500 гривен. То есть заказали вот такую вот на пробу. У меня попросили заказать, заказываем себе. Потому что, честно говоря, про такую штуку даже не знал. И даже сейчас пока не знаю, как ей пользоваться. Ну, где-то, наверное, вот так вот. Наверное. Я точно не знаю. Наверное. Вот так вот, кратце об этом деле. Наверное, вот так вот выгинается, выгинать не буду, я не знаю. Может, оно и не так работает. Не знаю. Как оно. Ну, и. Вот, ну и, в общем-то, вот такие вот у нас сегодня были посылки с сайта AliExpress. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы заканчиваем.